27 ноября 2018 года. С вами Любомир Богоявленский. На дворе полночь. Я готовлюсь к молитвам за своих подопечных клиентов. Буду молиться за Сашу и за тех всех, кто требует моих молитв. Саша – это одна из моих подопечных клиенток. Сашенька, я за вас буду обязательно молиться и за вашего Ленарчика. Диалог – это очень хорошо. Это очень хорошо и это здорово. И я рад тому, что мне много задают вопросов. Не на все вопросы и сообщения я могу ответить. У меня в ВКонтакте больше 1000 непрочитанных сообщений. И не все из них я буду читать, отвечать. То есть, какие бы причины. Либо я общался с человеком, и наше общение исчерпано. Либо я ощущаю, что этот человек силы не дает своего благословения, чтобы я ему отвечала, с ним общался. Это меньшинство таких людей. И так далее, и тому подобное. Но есть также то меньшинство людей, вопросы которых задевают мою душу, мое сердце. И высшая сила мне говорит, чтобы я им ответил. Потому очень здорово, что есть много вопросов, и их все становится больше и больше. Не на все, а только на избранные вопросы, которые лично мне понравятся, либо мне захочется на эту тему поговорить, осветить. Я буду в видеороликах. Не всегда, но вот периодически отвечать на эти вопросы и вступать в диалог, потому что я говорю еще как психолог, вновь повторяю, что диалог – это очень и очень важно, очень здорово. Личность диалогична. И нужно с этим миром пребывать в диалоге. Мне написали вот такой вопрос в личку. Просто вот такой краткий вопрос незнакомый человек написал, мужчина. Он меня спрашивает, почему именно с парнем? Вот просто краткий такой вопрос. Я написала ему ответ, что я запишу этот видеоролик и ему отвечу на этот вопрос. Я бы его больше даже продолжила дальше. Почему именно с парнем, а не с девушкой? Почему? Почему же с парнем и правду? Может, вопрос возникает, просто не нашел ту девушку, которая бы подошла. Может, тебе нужна более мужественная женщина. Может, тебе нужна стропонесса. Либо тебе нужен кто-то такой вот женского пола, такая представительница, которая вот именно тебе подошла. Эти вопросы не раз мне задавали. И как психологу мне приходилось не раз копаться в себе и прислушиваться к себе. Моя гомосексуальность проявилась в раннем детстве, когда однажды мы с детьми играли на помойке, скажем, такая была именно как помойка, там мусорка. Мне было лет, наверное, 9 тогда. И мы, 9-10, я, вот, наверное, 9, скорее всего. И мы нашли порванные фотографии плейбоя, там были красивые обнаженные женщины с красивенными силиконовыми грудьми, ну это ж понятно, что было силикон, они были очень большие, подтянутые, вот хотя мы тогда этого не знали, не понимали. У нас была компания ребят, таких деревенских, а живу я фактически в таком городе сельского типа большую часть жизни. И вот мы начали рассматривать. Почему я так запомнил этот эпизод? Потому что тогда впервые я увидел изображение на картинке эрегированного члена мужчины.
Не было тогда у меня ни компьютера, ни ноутбука, ни мобильного телефона. Не было у меня интернета, я даже не знал, что существует интернет. А был только старенький черно-белый телевизор с двумя каналами, такой черной полосой. Было радио, и то оно барахлило и плохо очень работало, и не было даже магнитофона. Я с довольно бедной семьи выходец. Ну, картинки были порваты, кто-то их порвал. Но я среди всех их выбрал себе именно мужчину, молодого, красивого, состоящим членом. А ребята выбирали себе, большая часть этих ребят выбирали этих женщин с большими грудьми и вагинами. Я сам не понимал, почему я его выбрал, но я выбрал только его одного. Когда я пришел домой и начал рассматривать тайно, тихонечко это изображение, тогда еще была покойная моя бабушка жива, я жил с бабушкой и с мамой, то я, когда рассматривал, ничего не понимал, но у меня произошла автоматическая эрекция. Какой же он красивый, вот это, да, ощущение красоты мужчины, его тела. Это автоматически произошло. Дальше я влюбился впервые в своей жизни в парня. Такая была сильная первая любовь. Мне было лет тогда, наверное, 12, 11-12, когда я влюбился в парня. Он натурал, он не ответил мне взаимностью, но у меня были очень сильные такие к нему чувства первые. А потом я испытывал чувства еще к парням, скажем. Но параллельно, естественно, у меня был поиск себя. И когда я стоял на вокзале, продавал после школы сигареты, бабушка давала мне куриные яйца, я шел по платформе и говорил: покупайте, купляйте куриные яички, покупайте куриные яйца с этими сигаретами, которые мама покупала мне на оптовом рынке в Киеве. И вот я поодиночные сигареты продавал. Мне были с фильтром, без фильтра. Да, я помню, была соседская бабушка. Ну, вот я немножко, извините, что так сейчас со воспоминаниями, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно немножко в это вот углубиться, побеседовать вот так. И вот соседская бабушка-беляшница, она шла тоже на вокзал. Часто мы стояли вдвоем. А на вокзале был бар, он и сейчас есть, и там выходили пьяные люди. Они ко мне подходили, и тогда уже впервые я видел агрессию в свой адрес от некоторых людей. Просто они были агрессивны, неадекватные, пьяные. Но я стоял еще и возле бабушки и бегал по вокзалу. Я распродавал все эти наши домашние куриные яички, их не так было и много, но они были. И распродавал сигареты. Ну, а параллельно иногда я помогал бабушке гнать самогон ради выживания. Мы иногда, не очень часто вдвоем с бабушкой это делали. Я помогала ей мерить этот самогон. Но сам я никогда не пью алкоголя, я не курю. И тогда я разносил некоторым клиентам на список вот этот алкоголь. Они его покупали. Я сам не пью, я не курю, никогда не принимал наркотики. На полном серьезе. Мне 31 год, хотя я выгляжу старше своего возраста. Но тем не менее, я никогда не принимаю спиртное. И вот так я жил. И к чему веду? И на вокзале продавались газеты. Интересная газета, эротика. Там продавалась нетрадиционная газета. И я, конечно же, умудрялся маленький, в 12 лет, купить эту газету. Тайно, тихонечко. Но я умудрялся это сделать, в общем. И тогда я впервые раскрыл уже для себя тему нетрадиционных отношений. Мне всего, когда я это мужское, любое увидел, там описание, истории, мне так вот все в душе, так, знаете, вот перевернулось. Я видел, конечно, женщины, их сиськи, вагины. Я рассматривал. Мне было это тоже тогда интересно поизучать. Я был в поиске себя. Но все познается в сравнении.
Все познается в сравнении и индивидуально, как психолог, я скажу, в зависимости от нашей личности. За свою жизнь, будучи еще маленьким, у меня были проявления бисексуальности. У меня была неразделенная любовь к однокласснице, где я страдала, я любила девочку эту. У меня были те особи женского пола, которым у меня были подобия чувств еще в более раннем возрасте. Все это было... Я и целовался с языком, с девочками. Там и за сиськи лапал, и за попу лапал. То есть, но я все это сравнивал. Понимаете, сравнивал с любовью к парню. Самая сильная, глубокая, многолетняя любовь у меня, которая растягивалась на много лет, это, конечно, была любовь к мужскому полу. Женский пол не просто мне не принес счастья. Женский пол вызывает во мне, если я начинаю жить с женщиной, пытаться, да, то есть он вызывает не просто отвращение, он у меня вызывает агрессию. Тут не дело ни во власти, ни во каких-то распределениях власти, ни в том. Это не моя половинка. Это элементарно, просто и понятно, я объясняю. Женщина – это не моя половинка. Я гей, то есть я мужчина, который любит мужчину, как мужчину во всем многообразии проявления его уникальной личности. Это важно, четко нужно понимать. С детства я люблю мужчину. Я любил самых красивых женщин. Мне всегда было важно, хотя я был очень хрупкий и нежный, такой даже по-своему как андрогинный, чтобы у девушки были огромные сиськи красивые, красивая попа. То есть я смотрел на внешность, естественно, как поэт, как творец. Хотя не суть важна, это размер этой груди. Но если бы я был натурал, гетеросексуал, то мой бы типаж женщины был очень красивая внешне, с большими сиськами такими. Вот, красивая попа, ну, длинные волосы. Вот был мой бы типаж. Но это не мое. То есть даже самая красивая женщина в моей душе не вызывает ничего на данный момент. Мне вообще-то безразлично. Я видел очень много вагин в порно, на фотографиях, много сисек. Для меня это пустой звук. Я как психолог очень углубляюсь в себя и как стимул рассматриваю. Конечно, у меня какая-то тоже бисексуальность есть, но это настолько для меня чуждо, мертво. То есть это не мое. Мужчина – это мое. Это мое. Я люблю мужчину на уровне его тела, на уровне его психологии, да, на уровне, конечно, его личности, на уровни вот этой его уникальности бытия в этом мире. Я люблю его пенис, яички, я люблю его попу, я люблю его тело, хотя я сам больше пассив. И были мужчины-пассивы, которые хотели, чтобы я был только фактически актив и с ними жил, и мужественные даже внешне. То есть были у меня такие мужчины. Но я не могу. У меня не было очень часто много анального секса. Я не скажу, что там мега очень его люблю, кайфую. Но мне нужен мужчина, который будет в основном актив.
и который будет выполнять со мной мужскую функцию и в основном играть мужскую роль. В сексуальных фантазиях, сколько я себя помню, у меня фактически никогда, считай, не приходит, чтобы это была женщина. Фактически никогда не помню, чтобы мне приснился сон, что я занимаюсь женщиной сексом. Я во снах вижу голых мужчин со стоящими фалосами. В сексуальных фантазиях я вижу мужчину. Среди просмотра порно я на выбор, я смотрел разные, и секс втроем, мужчина, женщина, мужчина, и лесби, и секс, и гетеросекс разный. То есть я просматривал это все, я прислушивался к своей душе. Но самое, конечно, то единственное, что мне нравится, это секс мужчины и мужчины. В основном моногамный, то есть где два партнера, где не групповуха, а где два. Когда я был маленький, то я лет 13, я пошел в гости к одному человеку, там смотрели порнуху. И наши сельские ребята там смотрели, вот там эти, знаете, силиконовыми сиськами женщины там. Их очень красивые, накачанные, трахали, извините за выражение, мужчины. И я единственный, кто посмотрел на эти фалосы. Знаете, у меня все внутри перевернулось, и я сказал: «Боже, какой красивый!» На меня все покрутили в висках, что я ненормальный, психбольной. Начали смеяться с меня, сказали: «Ты педик, ты пидорас». Я единственный, кто сказал, что член мужчины и яйца красивые. И так обо мне начали сплетни уже идти, что я голубой и ненормальный и так далее и тому подобное. Я люблю парня самой чистой, уникальной любовью. Наверное, это нужно ощутить, чтобы понять. Если бы оказалось, что на Земле нет больше мужчин, и я только живу с женщинами, то я буду жить монахом, отшельником. Но все равно я буду постоянно вспоминать и мечтать о мужчине, даже если его нет. То есть рядом. Это моя природа. Это мое всей душой и сердцем. И как поэт я написал в 2006 году стих. И пусть этот стих будет ответом моим поэтическим на ваш вопрос, почему именно с парнем. Читает автор Любомир Богоявленский, стих 2006 года. Парень. Он воскресил мою душу, и теперь никогда не умру. Он подарил мне счастье, и я для него живу. Все преграды, уколы, удары перейду, пройду и стерплю. Я за ним и в огонь, и в воду, потому что его люблю. Когда его нет рядом, весь мир изменяется вдруг. Гаснет солнце, меркнут звезды, все умирает вокруг. Тогда я рыдаю, мне горько. Я молюсь, я кричу в небеса. Верни мне, Господи, парня, без него умирает душа. Когда возвращается, милый, природа оживает везде. Он меня обнимает, целует, дух воскресает в душе. 2006 год. Автор Любомир Богоявленский со сборника поэзии Любомира Богоявленского «Возрождение. Я гей».